Система электроснабжения Чувашии нуждается в модернизации. Это связано с неэффективной работой большинства обслуживающих компаний в этой отрасли. Такая ситуация сложилась во многих регионах России. Для ее улучшения сейчас разрабатывается новая энергетическая стратегия. По данным Минпромэнерго Чувашии, в 2020 году на объектах электроэнергетики республики было зафиксировано 65 аварий. Это на 5% больше, чем в 2019 году. Чувашию обслуживают 38 территориальных сетевых компаний, но обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение у них получается с трудом. Сказывается высокий износ оборудования, ненадлежащее техобслуживание. У нас есть монополист в лице филиала Пауэрсети «Волга» «Чувашэнерго». Данная компания осуществляет деятельность только по 75% перетока. Объем аварийности, он стремится практически к нулю. По тем 37 компаниям, которые не входят в группу компаний «Россети», из них 15 СО эксплуатирует объект электросетевого хозяйства, находящийся в муниципальной собственности. Это практически 20% объема электроснабжения, который у нас осуществляется в Чувашии. Основной проблемой вообще чувашской электроэнергетики является большая разрозненность. 28 территориальных сетевых компаний, они небольшие. И это приводит к тому, что аварийные ситуации, которые происходят в сетях, вместо там запланированных 2-3 часов устранения их, бывает, что устраняются мероприятия и по 8, по 9 часов. По 3 компаниям даже нет круглосуточной диспетчерской службы, по 9 компаниям отсутствует ремонтный персонал, необходима материальная база для восстановительных работ. По ряду компаний имеются задолженности перед гарантирующим поставщиком, перед поставщиками, которые обеспечивают материально-техническое снабжение. 80% аварийных ситуаций происходит именно в небольших территориальных сетевых компаниях. В маленьких компаниях идут большие потери объемов электроэнергии, соответственно, и потери средств. Не ведется необходимый дистанционный интеллектуальный учет. Концессионные компании не всегда должным образом обслуживают хозяйство. Специалисты предлагают начать модернизацию с уменьшения количества территориальных сетевых организаций и с обеспечения объектов электрохозяйства круглосуточными диспетчерскими пунктами. Минпромэнерго Чувашии в настоящее время ведет работу по разработке энергетической стратегии республики до 2035 года.